старинное русское село Парфеньево. Кто бы ни приезжал в это далекое село на севере Костромской области, все находят в ряду крепко добротно срубленных деревенских изб вот этот дом. Здесь открыта сельская картинная галерея. Основной фонд галереи составляет большая коллекция картин и рисунков, собранная Павлом Ивановичем Уховым. Уроженец села Парфеньево, он был замечательным столяром-краснодеревщиком. Многие художники заказывали ему рамы для картин. Самой желанной платой за работу были для него подаренные авторами картины, рисунки, эскизы и наброски. Несколько лет назад Ухов передал свое домашнее собрание в дар родному селу. А затем уже сами художники посылали свои работы в Парфеньево, в сельскую картинную галерею. Пополнялась она и картинами из художественного фонда РСФСР. Сейчас в сельской галерее свыше 800 произведений изобразительного искусства. Среди них картины известных советских живописцев Шевченко, Кузнецова, Крымова, Налбандяна, Стажарова, Зверькова, графиков Куприянова, Осовского, Рождественского. Экспозиции постоянно обновляются, последняя открыта к юбилею советской власти. Парфеньевская сельская картинная галерея стала филиалом Костромского областного музея изобразительных искусств. Труженики самых отдаленных сел нашего района приезжают по несколько раз, чтобы посетить вот выставки, экспозиции, которые открываются в нашей галерее. У нас организуются передвижные выставки. В настоящее время труженики совхоза Савинский, совхоза Ширский просматривают эти выставки и лесорубы леспромхозов Советского и Парфеньевского. Кроме картины галереи, для тружеников района большую культурно-просветительную работу у нас проводят учреждения культуры, дома культуры, библиотеки, которых достаточно в нашем районе.